Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, ребята, сейчас мы, наверное, все-таки, да, пойдем искать глиняный биом по тем координатам, которые нам написали. То есть, было пару координатов, которые нам написали, нужно их все-таки проверить, вдруг там действительно кто-то будет. Так что давайте, ребята, туда тпхаться. Сейчас я посмотрю, первые координаты. Хотя, знаете что, ребята, знаете что? А давайте-ка я лучше все это выложу в бэкпак. А то могут быть, ну вы прикиньте, мы сейчас тпхаемся и падаем в большое озеро лавы. Или озеро, или там куда-то мы падаем в лаву и там умираем. А ну а что, я не знаю, ну может такое быть. Ну прикиньте, человек... Пошел куда-то, нашел там какое-то место, где много лавы, и написал координаты. А мы сейчас такие спокойненько тпхаемся и падаем в лаву, бум. И все наши вещи там, смотрите, сколько у нас, три орба есть, заполнены. А мы падаем в лаву и капут. Так что нет, ребята, нет. Нет. Давайте-ка мы тогда потратим вот это все. Силкточфорд, ну, я не знаю. Тут, в принципе... Такого чего-то это нельзя, да? Или можно? Ну, я не знаю, нужно ли это. Давайте-ка мы сначала вот тут посмотрим. Вот, вот это нужно. А, Silk Touch, ну, я не знаю. Ну, давайте. Это Sharpness нам зачем? Это тоже зачем? Это что такое? Я не знаю, ребята. Bane of... ну, фиг его знает. Ну, ладно, давайте чарим вот это. Больше... Хотя, ну, давайте вот это зачарим. Тут больше нам ничего чарить нельзя, да? Да. Так что давайте-ка мы это поставим и пойдемте вот так, без шмоток, потому что... Да вы прикиньте просто, идем такие, идем, пам, и тпхнулись в лаву, да? Ну что, давайте, ребята, первые координаты. Минус 3... я не знаю, правда ли это или нет. 37275... 94 250 37 450, допустим, 90, и там, я не знаю, сколько там было, 4250. Сейчас я проверю. 37 200 4000. О, действительно. И не какой-то другой написали, а вот этот. Координаты. Случайные. А действительно, глиняный биом. Я действительно выражаю благодарность тому, кто нашел этот глиняный биом, или он случайно тпхался хоть куда, да? О, Соломенс уже летает. Или он тпхался хоть куда и случайно наткнулся на этот биом, но я не думаю, что он искал, потому что... минус 37 тысяч. Это представьте, сколько это летать нужно. Но все равно я выражаю благодарность тому, кто написал вот этот координат. Эти координаты, потому что это сдуреть можно. Смотрите. Смотрите, где наш дом, сколько я тут облетал. И смотрите, где вот. Офигеть. А, ну зато у нас уже... Можно сказать, есть глиняный биом. А давайте все-таки проверим и другие координаты. Давайте еще, допустим, сюда. Минус 5000. Минус 5000. 80. 4000. 4000. Нет, 2000, а не 4000. 2 там 300 вроде. Нет, 200. Но вряд ли он там будет. Ну. Не, нету его. 5000. 900. Ну, я... Ну, фиг его знает. Может, он... Не знаю, ребята. Давайте быстренько тпхаемся. 10 тысяч, 6 тысяч.
куда-то сюда. Я не знаю, правильно ли. Твою, ну ладно, умирай так-то. Ладно. Да, там действительно еще один глиняный биом. 6000. Ну давайте где-то. Ну давайте 100. 6000. Так. Еще один глиняный биом. То есть вот тут один был. Тут один был. То есть два глиняных биома нашли уже даже. Офигеть. Ну, видите, ребята, и так хорошо, что я высунул вещи, наши вообще вещи я высунул в сундук, потому что, видите, если бы мы сейчас умерли, то было бы не очень. А мы бы еще умерли в стене и не успели бы тпхнуться, и потом бы три наши орба, я не знаю, где бы они очутились, или на поверхности, или нам бы их нужно было не знаю сколько искать. Но, и еще действительно еще благодарность тому, кто этот, вот этот координат написал, да? Это что там? Потому что два глиняных биома, ребята. Да, в принципе, два, ладно, не нужно нам. Это что такое? А, ну, как бы, один есть, ну, пускай будет и второй, то есть, ладно, не было вообще ни одного сейчас. Thunderberry. Так, какой тут может быть вот этот алтарь? Вроде Забдоса или кого? Я не помню. О, метанг там. Вот вас нужно половить будет. Сейчас, ребята, мы идем домой, берем наши покеболы. А ну давайте еще проверим. Я там видел, кто-то еще писал какой-то другой биом на зимний лес. Но я не помню сейчас, ребята. Зимний лес. Потому что у нас его нету. Но я... Сейчас, ребята, секундочку. Просто нужно посмотреть, есть где-то тут зимний лес или нет. Сейчас мы посмотрим. Фиг его знает. Просто я помню, тут мне кто-то сообщение одно написал. А тут, а ну смотрите, сейчас. 5089 минус 1000. 5089, там 90, минус 1750. Где-то вот так, минус 1770. Это, ух, нифига себе, мы стукнулись. А это что тут? Ну, какая-то новая пустыня. Так, ну, ладно. Давайте тогда сначала, я не знаю, убьемся, может, еще раз. Твоя, вот так фигня выпала. Ну, ладно. Так, давайте тогда еще один координат проверим. Какой там был глиняный биом? На глиняный... Какой глиняный биом? На зимний лес... Во, так, минус 5000, минус 5000, 3000, минус 5000, 3000, не 300, а 3000, нет, твою ж, конечно нет, а вот так? Да, действительно, зимний лес тоже, ребята, благодарность, кто это написал, потому что зимний лес мы тоже никак не могли найти. Сколько я его искал, я его не нашел. А, это лава, я думаю, что там светится, может, фиг его знает что. Так, отлично, нужно посмотреть, где он. Ага, вижу. Так, тут. Это, а, это вот так, понятно. Идем домой, берем наши вещи. И, ребята, идем мы ловить покемонов в глиняном биоме. Так, ща. Вот так. Давайте под... Нет, ну, в принципе. Что тут нужно забрать? Вот это и вот это. Да, это пускай пока что будет вот там. Идем спать. Так, ща, это у нас... Как было? Вот так, да? Так, так. Спать!
Фух, ну, зато, ребята, уже хотя бы глиняный биом есть, потому что уже капут, я запарился его искать. Но зато, видите, помогли и нашли два даже. Так, какие... Упс, а какие сейчас там координаты, я не помню. Минус 10 тысяч, да? Да, отлично. Ну что, шайни, уже только не Диглет. Голбат, да? Но у нас есть зубат шайни. То есть голбат нам, в принципе, даже не нужен. Так. Кого мы тут можем словить? Арон есть, Джиодут есть. Хантер, ну, не нужно, не нужно. Буллон не нужно. Нам нужно словить Багон. Во, замечательно. Я возле нас стоит, я его даже не заметил. О, и Райдона нам нужно словить. Какой ты там уровень? Залезешь-ка ты в левел болл? По идее, должен залезть. Сейчас посмотрим. Ну? Давай, подумай. Вдруг надумаешь что-то, да залезешь. Нет. Ну давай еще раз. Потом кто? Багон, Райдон и... И все? Больше я, если честно, даже не знаю. Вроде все. Кто тут еще может быть? Пфф, даже не знаю. Во! Отлично, Багона словили. Кто еще? Да, нет, не Райдон. Но, в принципе, его можно и так поубивать. Он большой уровень, поэтому... О, вот! Вот ты, Райхорн. Давайте все-таки... Давайте. Во, нормально. Я не... Ну, левел бол он вряд ли залезет. Но давайте попробуем. Вдруг... Так что, ребята, тут еще и алтарь может быть. Может мы... О, отлично, еще и словился. Может мы даже и алтарь найдем, фиг его знает. Так, в ту сторону мы бежали, да, поэтому давайте сюда. Кто тут еще может быть? Абабарабабам, метанг, точно. Метангушка, тебе как раз тоже нужно. Так. А вот как раз... Это кто? А, ух ты ж, ну... Давайте убьем его. Так. Отлично. Побежали. Побежали, ребята, в эту сторону. Искать метанга. Вот он. Вот он. Тут уже. Какой он там уровень? 36. Твою ж, ладно. Будем знать. Арон, ну, если бы у нас не было Шайни и Агрона уже, то тогда мы бы тебя, может, и словили. А так, в принципе, не нужно. А вот красиво этот биом. Я не знаю, может, это шейдерами только, но... Сама суть, что все такое не совсем светлое, да, таких... Ну, в какой-то степени, да, светлых тонов, но в какой-то и не очень светлых. Но и так выглядит красиво, мне так кажется. Кто это? Ага, еще один летающий. А мы можем летать. Мы уже как раз драгона это сделали. Поэтому ща мы еще и тебя словим. Я просто такой смотрю, кто это летает. Вот сейчас решил все-таки посмотреть. Мне казалось, когда высоко летал, мне показалось Стараптор, но, как видите, нет. О, сам напал. Ты, конечно, большой уровень. Во, это ладно. Рулет. Ты справишься? Да, справился. Септил. Ты справишься? Не убей. Ладно. Во. Рискованный магнетон, вообще офигенно. Ультрабол. И метанга еще, точно. Метанга сейчас мы попробуем найти, полетаем.
Точно, я же забыл, мы же летать можем. Так, отлично, словили. Полетели дальше. Куда? Давайте в эту сторону, то есть фиг его знает, что тут может быть. Ладно, там босс заспавнился, но не будем туда лететь. Лава. Вдруг алтарь найдем. Так, сюда. Тут уже джунгли, нифига себе. Давай, Мью, Мью, пожалуйста, тут заспамься. Мью, ну выходи гулять, как в прошлый раз. Пожалуйста, ну выйди, Мью, 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 Мью. Не хочешь? Ну, может, че надумаешь? Нет? Никак вообще? Ну ладно, тогда летим сюда. У нас метанг, да, написанный. Как-то он не очень часто спамнится по сравнению с остальными покемонами. Но да ладно. Летим и дальше, ребята. Говорю, вдруг даже алтарь будет. Но это не так уж вероятно, да? Но я не знаю, вроде алтарь Забдуса или Молтреса. Вроде Молтреса в саванне, если я помню, а Забдуса тут. Оникс. Как мы его ловили, никак не могли словить. А вот сейчас, зараза, иди сюда. Сейчас мы тебя 100% словим. Давай, рулет. Рискованный. Нет, ты не рискованный, да. Ты не рискованный. Ты сейчас немного подвел нас, рискованный магнетон, но все же. Так, ща. Да. Назад. Назад. Это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Это выкинуть. Это алюминием, в принципе, алюминием нам не очень нужен. Так, ща, вылечимся. И полетим дальше. Точно, ребята, все-таки нужно. Нужно Ионикса словить. Почему? Чувак. Ты будешь взлетать, нет? Что за фигня? Он не взлетает. Драгонайт, ты немного. Немного, немного. Что с тобой? А вот тут не взлетишь? Ты дурак, Драгонайт. А? Ребята, я нажимаю, но он никак не хочет взлетать. Я не знаю почему. Ну ладно, может там поехал. О, а зачем нам метанга ловить, если мы можем не метанга словить, а его первую эволюцию? Вот я что-то забыл. Кстати, вот она. Белдум, да? Зачем мы ловим метанга? Так, ну попробуем. 19 уровень. И Оникса, точно. Оникса. Солурок у нас уже есть. Оникса, да? Чувак, давай-ка ты залазь, не нужно тут. Если мы тебя хотя бы раз ударим, то 100% убьем, поэтому... Поэтому залазь давай. Ну, пожалуйста, ну, Белду. Ну, не будь тварюгой. Ну, за... Как я помню, вроде в прошлом сезоне мы тоже никак его не могли словить. Вот куча раз мы его так его словили, ловили, пытались ловить, но он никак не хотел ловиться, вообще никак. Вспомню, столько мы их находили, ловили, находили, чтобы словить, да, но мы любым покемоном его хотя бы раз ударим, любой атакой и убьем. Поэтому пытаемся так. Сейчас, если ночь... Ты такая тварюга, Белдум, что это просто капут. 19 уровень. Залазь уже в левел бол. Не заставляй нас тебя мастерболом ловить. Это зараза, а. Так же, как ты, зараза, тогда ловился, и сейчас еще, не знаю, хуже не хуже, но тоже фиг залазишь. Ребят, я не знаю, чем его можно стукнуть. Во! А сейчас попробуй. Осич. Ну не наглей ты уже. Ну, сколько мы на тебе покеболов потратили? И даже ударили тебя как раз так подходяще. Ну не будь ты уже такой заразы, Белду. Не, ну скажите, ну это нормально, что он такая тварюга. Вот сейчас 100% мы тебя хоть чем ударим. Ты, конечно.
я не знаю, как тебя назвать, но ты, зараза, полная. Ударили нормально, у тебя нету жизни практически. Ты дебил, 19 уровень. Мы на тебя потратили уже... Иди ты в жопень! Пожалуйста, Белдум. Я больше нервничать буду, чем ловить тебя, и поэтому на тебе 5 алмазов, то есть стоимость мастербола из-за ласты. Охренеть. 19-й твою мать уровень, ребят, просто это меня бесит. 19-й уровень. Без жизней. Сражается против 44-го уровня. Мы на него тратим левел-болы, ультра-болы, любые болы, он никак не залазит. Ну вообще никак. Мы на его, сколько мы на него потратили? Охренеть сколько. И он нет, он будет там сидеть. Никак не будет залазить, тварюга. Ну ладно, может не тварюга, но засранец. Точно, вот кого у нас еще нету. И смотрите. Да, ну допустим, Данцбол есть. А, у нас же есть Голиат. Но смотрите, он и так словится. 27 уровень, пофиг, он словится, смотрите. Даже не думал, а сразу залез. А вот то. Я помню, ну в предыдущей же версии, в предыдущем сезоне такая же херня была, ребята. Кто помнит, кто смотрел, так же было. Я не помню, сколько мы ловили этого Белдума. Я с ним так уже нервничал, что это сдуреть можно. Сколько мы его раз находили? Это кто? А, ну вот сейчас я спамнитесь. Сколько раз мы его, ребята, находили? Кучу раз. В горах находили, пришли, потратили там 5 покеболов. Он нас взбесил. Я его убил. Следующий раз. Пришли, нашли его, потратили кучу покеболов. Он нас взбесил, я его убил. И вот так, я не помню, мы его вроде даже тоже ловили мастерболом, я помню, ну вроде, ну, или не мастерболом, или он потом сам словился, но сама суть, что мы его так долго ловили, что, ну просто он никак не хотел залазить, так же как и этот. Ах, вот зараза, а. Так, ладно, тут был босс, но сейчас он уже пропал, да? А сейчас Голиат с первого же сразу так залез даже. А, ну ладно, все, залазим в покебол, да, и все, да? А вот тот... Оникс. А ты бухой или что, я с тобой... Я не знаю. Нет, ребят, он не взлетает, то есть, смотрите, никак, он не хочет взлетать. Не. Пробел у меня не поломался, вот, пробел работает. Ну почему он не хочет летать, я не понимаю. Оникс. Ну вот ты зараза, а сейчас нам туда бежать нужно. Ладно, смотрите тогда, ребята, если мы уже половили всех покемонов в глиняном биоме, то есть сколько мы там их словили, парочку, да? Ну вот еще Оникса. Ну Оникс как бы не только в глиняном биоме есть. Этот у нас тоже есть. Саламенс. Поэтому тут мы уже, можно сказать, всех словили. В следующий раз мы, наверное, пойдем, ну, допустим, куда? Не убей. Ну, в принципе, огненной атакой ты не убьешь, но все же. Так. Фастбол, даскбол, давайте попробуем. Пойдем мы, наверное, ребята, в зимний биом. Потому что там тоже еще куча покемонов, которых у нас нету. Ну, прям куча нет, но более-менее. То есть у нас Джинкс нету, Клинга нету. А где Лунатон спавнится? Вот кого я забыл. Он просто... Я не помню, когда я его последний раз видел. В последних версиях он в горах спавнится. Но сейчас я его как-то не очень видел. Так, ну, смотрите, сколько мы уже облетали. То есть, давайте домой, наверное. Больше нам, если честно, тут вообще некого ловить. Даже если подумать, то мы уже всех словили. Да, в принципе, я так думаю, что да. Даже ночью тут уже никого такого нету. Кьюбон у нас есть, Болдор, это Рженролла у нас есть. Голиат есть. И это не тот.
И все, в принципе, идем домой. Так. Сейчас давайте разберем там наш вот этот, как его. Компьютер, да, посмотрим, какие у нас там покемоны, которых мы два раза словили. Тот же Гулет, да, сейчас мы его словили, а он у нас уже был. Но еще посмотрим. Так, кто у нас есть? Последний. Гулет у нас вот тут, да? Вот он. Гулет или Гулет, ладно. И где-то я, ну, не видел, да, я не скажу, что я увидел. Но раз пишет, что он у нас есть, значит, он у нас есть. А где он? Сейчас попытаемся найти. Тогда вот тут во второй или нет? Или я не вижу? Или его просто у нас нету? Третье. Тут тоже нету. Сейчас я еще раз посмотрю, ребята, потому что нужно точно знать. А вот тут, вот, смотрите, Шелдер, тут и тут обычный. Поэтому удаляем. Вот видите, одного уже нашли, двойного. Дальше смотрим. Дальше. Я не вижу его. Как у нас может быть Гулет, если у нас его нет? А, вот он, тут и тут, да. Ну, давайте вот этого удалим. Вот, отлично. Кто у нас еще есть? Вот тут Шарпедо, есть ли у нас кар, сейчас посмотрим. Вот, есть, отлично, тогда не нужно. Ну, в принципе, кто у нас еще есть? Я помню, или не так, чай. Ты у нас есть, и больше вроде. А, сейчас посмотрим, ребята. Во, тебя можно? Извиняюсь, ребят, что-то в горло прям капут. Так, кто у нас еще есть? Манчлак, ну, Манчлак это такое. Поливиртл, нет, это Поливак, это Поливиртл, да. Но там еще есть вроде одна эволюция, поэтому пускай он будет. Тут уже прокачанные. Тут Пилосвайн. Да, у тебя есть атака, отлично. Вот. И больше я даже не знаю, ребята. Вроде все. Это кто? Пласл, отлично. Вроде все. Я еще раз посмотрю, чтобы потом точно знать. Джиудуд у нас, я так думаю, один. Вот, смотрите. Граймер, но тут он шайни. Поэтому, где он был? Вот он. Вот, отлично, еще одного нашли. Еще одного нашли. Так, сейчас мы уже 5 покемонов где-то удалили. Дроузи, Абра, еще кто? А, ну тут вроде... Это кто? Нидоран Мейл, а это Нидорина. Понятно. Катерпи, Старью. Маткип есть. Отлично. Лапрас, Чинчоу, Мистер Майм, Солрок. Это кто? Как он там? Я не помню, как он там говорит. Ай, вот так. Отлично. Ну, немного поудаляли, да? Гасли... Так, ну, это Клифери. Или баф, вроде шайни даже. И вроде все. А вот тут, смотрите, сколько. Нидорину. Нидоран. Так, ща. Тут Нидоран Мейл. И тут Нидоран Мейл. Это... А кто из них? Вот это шайни, да? Да. Поэтому... Вот так. А вот эту убираем.
Вот, ребята, наша пятая коробочка очистилась. Можно и так сказать. Так, ща вот. И все. Больше я не вижу никого. Кто еще может быть? Я так думаю. Если вы, ребята, кого-то заметили, то скажите. Потому что я больше не вижу. Вроде все. Вроде вот сейчас точно все. У нас Персин и Мел, да, есть? Вот он. Но это вроде Шайни, я так думаю. Раз мы словили. Да. Вот. Тогда удаляем Мел-то. Ну, да чё ты... Удаляем Мел-то, зачем тогда он нам нужен? В принципе, действительно, просто зачем? Если у нас Персиан есть. И все. Вот сейчас точно все. Ну, я опять могу где-то кого-то забыть. Ну, да ладно, ребята, все, на этом давайте закончим эту серию. То есть, глиняный биом. Благодарность тем, кто его нашел, тем, кто написал координаты. Всем за просмотр. Не забываем, ребята, чем больше лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Всем за просмотр. Всем... Нет, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. И всем удачи, и всем... Пока.